Семен, где были? Куда едем? Где будем? Где были? Куда? Я не помню, где мы были. Были на Ерике, короче. Прикольное место. Что-нибудь поймал? Слушай, я вытащил вот такую небольшую сегодня на подсак. Удивительно. Никогда не думал, что можно в лужах по щиколотку таскать вот такие вот хвосты. С тиграном ходили. Это он только хвост показал сейчас на самом деле. На самом деле просто вообще огромные рыбины плещутся в лужах по колено и меньше. Вот. Классно, все место офигенное, подлаги, все отлично, но хочется потаскать именно на удочку. Подсак — это все круто, но это прям совсем просто. Один идет там загоняет, второй с подсаком собирает. Хочется с удочкой именно покидать. Да, сейчас огонь, выйдем, короче, на этот самый, на большую воду, да? На большую воду, надеюсь, что будет сейчас. И рыбалка разная, где можно будет лодку спустить и покидать, короче, с берега. Надеюсь, что место будет хорошее, с дровами, со всеми делами. Ну, в общем, в предвкушении, пива очень хочется. Важнейший фактор, да? Ну все, значит, все будет. Короче, все будет обязательно. Просто кто это там стоит? Коровы в шоке, они первый раз такое чудовище маленькое видят. Рыбак от Бога, смотрите. Сейчас он ее увидит. На! И поймал. Сорванец, короче, это был.
Огонь, прям вот такой. Смотри, вообще, я его туда закинул, да? Вот закидывай, можно. Тебе тоже. Наконец-то мы приехали. Красивая девочка. Процедуры у коровы. Это процедура, если он погоняет, рыбку лупасит. А? Дуплетами как? Ой, чуть не упал. Джон, смотри туда. Вот так, сидим рыбачим, мать, смотри. Нормально посидели таки до обеда, да? Давайте до обеда. Классно? Сыпь, да все, высыпай. Мы ее сейчас потом закроем и перемешаем. Ну как бы. А сколько литров это ведро? 20 литров. Да, если не больше. Повар от Бога. Рыбку поймали, да, Сэм? Да. Брат, посмотри сюда. Yeah! Повар, наш повар, короче, рыбак и повар, два в одном. Красота какая. Ай, какая красота. А как вкусно сейчас будет. Братан, я в предвкушении уже. Сегодня Amazon Kitchen будет нам завидовать. Давай, до ушки вот сюда ставим. Давай, раз, два, три. Готов? Давай, три, два, один. Тихо. Стой. Заскакивай. Готов? Раз, два. Погоди. Не поднимай. Готов? Раз, два, пойди. Тихо. Это очень вкусно. Сегодня у нас судак. Это второе блюдо. Первый был хижич.
магазин, во, все есть. Пиво сегодня вечером привезут, если что. Картой даже можно расплачиваться. Это вообще супермаркет, я тебе говорю конкретно. В натуре все есть, да, почти? Все есть. Рафик. Даже рыбу взяли. Даже рыбу взяли. А Рафик вообще тут не виновен. Остальное все разделили. Было ее гораздо больше. Классно. Ну что, братва, у меня уже
небольшой комплект собран. Посмотрим, как высохнет, как это будет вкусно.